уже 27 декабря 2022 года. На подходе уже из Швеции в Финляндию. Ургар. Весь день был шторм, а теперь уже и снег. И ветер такой, я не знаю, смогут ли мои зрители это понять. Но юга, Урга, вот сейчас попробую приблизить, здесь творится. Вот. Вдохнула свежего воздуха и иду спать, чтобы завтра ехать в Лаперанку, моим любимым кузенчленом. Вот такое вот творится тут. Еще и снег.